Да. Присылает мне баксы. Мешки денег. Хорошо, настоящий, да? Да. О, мне нужно... Нет, это не подъезд, блядь. Сам ты подъезд, это клуб у нас. Ну как, караоке наше. Какой красивый. Все понимают. Дешев. Маша поет песню и стучит ногой мне по пизде. Под ритм Кэнди Шоу. Я начинаю возбуждаться в этой песне. Ты очень хорошо начала разговаривать на английском, быстро выучила и как. Блин, мой английский на самом деле не такой хороший, как кажется на первый взгляд. Я могу изъяснять свою мысль, я могу все рассказать, но порой это звучит так. Я иду, а ты стоишь. Ну, короче, типа меня можно понять, но не всегда это как бы красиво. Скоро домой. Домой вернусь, да, через неделю буду в Москве уже. Так, ты уже начала... А, ты... Как выучила? Ну, очень много практики. Когда ты разговариваешь на этом языке каждый день, ты волей-неволей учишь его. Но у меня также есть ошибки. Вот, например, я сегодня ходила в больницу, и мне прописали очень много антибиотиков, и у меня менеджер спрашивает, ты типа пила сегодня лекарства? И я говорю, да, я пила Magical, блядь, это Magical, это магия, что-то связано с этим. И я говорю, да, я пила Magical, блядь, туда. Вот, он ржет, говорит, типа, ты пила медицину? Я говорю, нет, я пила, блядь, Magical. Смотри, какой. У нас нет гостей, Берем. и Мишаня. мы Девочки, залипаем. Покажи. А что там у него в руках? Он просто как-то телефон держит, поняла, чтобы снимает. Снимает, короче, Креатор, на... Гуля. Креатор. Он этот, художник. Нет. Чай с шариками, с футболом, баскетбол. Привет, 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 Исмаил. всем привет, всем. Исмаил, турецкое имя. Мне все не нравится, ничего страшного. А в Турции у меня был знакомый, у него было имя Гувен. И это имя переводится дословно на русский как доверие, но этому человеку ни в коем случае нельзя было доверять. Мое имя переводилось как стол. И если турки писали мне на русском, используя переводчик, они писали мне: «Привет, стол, как дела?» Мария у них стол? Маша. Маша? А ну-ка, а Вика? Маша, у них было как Маса, это стол. А Вика, я хуй знаю, не знаю. Регина, у меня была подружка Регина, это значило губа. Если они еще что-то и писали, они говорили: «Привет, губа». И первый раз мы поняли это, когда там один мужик писал моей подружке, спрашивал про меня, он такой говорит, а как поживают щипцы? Это тоже мое имя. Мы с ней подъебываем иногда друг друга, типа, привет, губа, привет, щипцы, привет, стол. Да. Мальчик, какой-то маньяк. Тиндер просто очень... О, кстати, нормальный маньяк. Очень веселый. Нет, мне нравится русский Тиндер, где они там пишут, допустим... Что ты выберешь? Сесть на пики точеные, хуи дрочёные или мне на лицо? Пики точёные. Алексей, 26. Да?
26 лет. Молодой пиздюк, нахуй нужен. Языке. Давайте я вас буду учить турецкому мату. Фахише. Здесь фахише. Это шлюха. Шлюха. Фахише. Подожди, это нужно все задокументировать. Нужно так гостей, которые знают русский, да? Фахише. Ники, сейчас будем учить этот турецкий мат. Да, что ли? Давай. Фахише. Фахише. Шлюха. Шлюха. Аманаку. Аманаку? Yes. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот. И я всегда им говорила, аманаку, ёбаный в рот. Они говорили... Это значит, ну, они, я говорю, say, типа, please, скажи, пожалуйста, типа, ёбаный в рот. Они, знаете, что говорили? Я буду в рот. Потом. Сейчас, подождите, турецкий вылетел из моей головы максимально плохо. Всем привет. Так, сейчас, подожди. Как же будет иди нахуй? Я шоколадный заяц. Сектор гид, иди нахуй. Сектор гид. Да. В принципе, у них, кстати, не так много мата. Какие приличные. Которые, по крайней мере, можно использовать. У них очень много а вот этого. А в Италии все с Богом связано. Все маты, они матерят Бога. Блин, а я не помню, как будет на турецком «Я ебал твою маму». Мне просто нравилось, знаете, периодически. Ну, просто это некрасиво было. Допустим, ты сидишь где-нибудь в ресторане и такая, а, манакуем. Чисто по привычке, а это значит, у них ебаный в рот. А ты же, типа, бля, так относишься на похуй к этому, по приколу. Смотрите. Мне покажи. Нихуя себе. Это за телец. Напиши ему шоколадный. Мой шоколадный, я твоя. Нет, это оскорбительно. Российский. А мы российские, блядь. Приедут из России, начинаются. Mm-hmm. Да? Мы российские. Бля, почему у меня сейчас нету турков, с которыми я хочу пообщаться здесь? Давай, давай пообщаемся с тобой. Окей, давай. Барабана. Где ты, блядь? Ты чё? Блядь, мне кажется, это что-то холодное. Типа Финляндии, блядь. Мэраба! Кстати, да, может быть. Но не Мэраба, Жанна, на солнце. И пришли Кремля. Иди, посмотри на моих турков. Бери Маркадаш. Ау. Найф Юрсон. А, заебись, он вышел. Ему не понравилось. О, привет, малышка, как у тебя дела? В Анталии там чилишь, да? Сейчас не дать ему красоту. Еще и перевернуто все. У меня это турецкий плед. Мне подарила Сия. Раба. И когда в эфирах, я только в эфирах общаюсь с турками, блядь. Это плохо? Или нет? Так, привет, Кариночка. Что у меня не хочет держаться? Ничего себе. Ты кашляешь как дед. Я знаю. Ой, мои дела, в принципе, в порядке. Только немножко заболела. А так все хорошо. Простыла чуть-чуть.
холодно, потому что похолодало скорее. Блин, я поправилась, и у меня просто юбка не застегивается. Даже если она застегивается, она потом расстегивается. А ты где была? Просто по жизни. Да. Кто чем занимается, кто о чем, кому, зачем. Нет, а мы вот тут в эфире. Почему? Приветик. Я позвоню тебе наедине, детка, я хочу тебе твоего друга. Я задал тебе вопрос, ты мне не ответила, детка. Мне теперь этот друг, который сейчас был в эфире с нами совместно, написал вот эту хуйню в директ. Турки, как я вас обожаю. Вы просто самые конченые в мире, блядь. Турки хотят все. И всех, блядь. Все, что движется, нахуй не движется, блядь. А если не движутся, они заставляют двигаться. Да, они все нормальные. Просто, ну, с ним никогда не бывает скучно. Они вот любят эмоции, эмоциональные качели. Это сахаром, да? Я, кстати, не ела вот этот торт. Я ела шоколадный только. Он очень вкусный, мне очень нравится. Мы здесь торты кушаем. Торты. Вот у нас такой есть, такой вот, и еще один вот там у нас розовенький. А потом все задаются вопросом, почему мы поправились, блядь. У меня вот юбка не застегивается. Так, у меня есть вопрос, мои русские подписчики. И вы, девочки, что вы выберете? Пики точёные или хуи дрочёные? А на лицо нет? Нет, чисто два варианта. Бля. Пики точёные чё? Пики точёные или хуи дрочёные? Вот пика. Сейчас мы её заточим. Да, я, конечно, только пику, да. Ты не знаешь, что такое пики? Пики, я знаю, в кассе. Такие, как зубочистки, только большие. Да, что ты выберешь? Пики точёные или хуи дрочёные? Хуи дрочёные. Хуи дрочёные? А если у меня спас есть, то надо? Да. Если я тогда... Пики же больно будет. Обожаю. Подожди, а сколько хуёв? Два. Два? Да. И две пики, да? Да. Одна чашка, блядь. Две девушки, одна чашка. Приветик. Я в Сеуле. Нужно разыграть корейские песни. Не качайте лага. У меня вчера не было голоса вообще. У меня вчера вообще не было голоса. Да заткнись, блядь, пика. У меня вчера не было голоса, и мне мужик говорит, а ты знаешь корейский? Я говорю, нет, я знаю только английский, все мы типа на английском общались. И он такой, ну может ты споешь для меня песню какую-нибудь? И я такая, думаю, да похуй, все равно никуда не спою, хуй, хорошо. Типа я начала ему петь корейскую песню, он мне дал чай. О, ты же хотела вчера чай, помнишь? Писала, чтобы взяли. Пидорас. Подъебщица, блядь. Ну, я сегодня Кэнди Шок, конечно, спела. Деньги мне не дали. Я вообще не слышала. Мне даже сегодня тоже не дали чаю. Я вообще расстроилась, блядь. У меня цель, нахуй, каждый день. Чаюха по полтиннику, блядь. Привет. Чего ты послал? Не посмотрите. Берем, берем, берем. Каждый. У него даже имя, блядь. Покажи. Такой он вообще! Дай сюда. Это со своим тиндером вообще теперь никогда не думается. Ой, ну красивый, да, милашечка. Сладкий!
ставьте лайк ему. Конечно, блядь. Браун университет, где вы все? В городе Сеул еще живет, ебанулся? Не, да, мне в Сеуле только не нужен, конечно. Он один из тысяч, это где-то в Америке. Да. А ты еще планируешь? Да, ставьте лайк. Покажи его. Дай посмотрю. Как мне такой попался-то? Одни уроды. А там, посмотри, может, там Инстаграм есть? Одни уроды, говорит. Может, там Инстаграм есть? Приветик. А что написано? Пуши, приятного аппетита. А то нам Луи больше не разрешает пользоваться холодильником. Нам все это надо съесть. А где Луи? Там. Луи на пиках драчёвок. А как? На пиках драчёвок сидит. А как это? Он атлет, вся хуйня. Мне очень нравится. А вы помните, как будет холодильник? И мода, и все такое. Бля, я... Мне нравится, типа, работать. Нет, нам нужен на холодильник на корейском. Ты знаешь, что мы опять поругались? Короче, Сумин принес вот торты сюда. Торты или торты, неважно. И говорит, пожалуйста, девочки, съешьте их сегодня, потому что Луи имеет большой стресс. Из-за того, что вы пользуетесь им, его холодильником. Ладно, ставлю лайк. Трэш. Просто даже уже холодильник им не разрешают пользоваться. Как будет? Нинтенго. Нинтенго. Yes, Нинтенго. 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 Запомните сейчас, когда будет у нас что-то, мы скажем. Не надо набить свои капли. Да на похуй. У чего нас там с этими тортами, блядь, делать? Вытащил, блядь, из холодильника. Вот он съест все торты за раз. Нам, кстати, надо его угостить. Ну так нет, когда они еще тут стояли, я сказала, типа, ну, и Томми, и... О, смотри, что такое. О, а сахарки. Нормально. Даже холодильник там не дают, вы представляете, блядь? Пиздец. Я охуела. Серган. Здорово. Ты когда съешь нахуй? Нет. Я сегодня не ходила. Ты почему не пошла со мной в больницу? Я сегодня вообще, блин, думала, что мне на кукол всадят в жопку. Но нет, мне просто дали очень много лекарств. Приветики, приветики. Все хорошо? Скоро домой приду. Тебе прям там были таблетки ты запасила? Да. Прям там мне дали лекарство. Ты знаешь, сколько они мне надавали? Это типа на неделю все? Утром уходили. Да хоть знаешь. Короче. Только видишь, у меня таких две упаковки, просто они по три раза в день нужно пить. Ну да, получается, на неделю. Вот, еще целый пакет. Как наркоманка, блин. Вот такая, на каждый, вот сначала вот это, потом вот это, потом вот. Короче, в день нужно выпить. Здесь по 4 штуки. Плюс еще одна. И плюс 3. Я думала, уже лучше бы, блядь, мне укол сделали. Я уже лучше бы заплатила за укол, чем кучу таблеток. Плохо тема, я делала два раза. Ну, он видишь, он говорит, мне укол не нужен. Вернись из дом 2. Вернись на дом 2. Ой. Нет, спасибо, сейчас пока что это не, я не хочу вернуться. Может быть, если в моей жизни будет все плохо в личной жизни, когда-нибудь снова будет плохо, и я вернусь на дом 2, чтобы найти себе мужчину. Пойдешь со мной на дом 2? Мне Катюха. Пойдешь со мной? Будем искать мужчин. Я говорю, если будем гулять, я говорю, так, пойдем, я чего гулять-то, блядь.
Мэраба нахуй. Мэраба, ублюдки. Здорово, здорово, здорово. Я хуй знает, блядь, кто меня смотрит. Смотрите, турок. Не знаю, кто там. Турок, турок. Приветики. Приветики. Мэраба, мэраба, блядь. Вы женаты, почему не отвечаете? Да, я замужем. За деньгами. Приветики, приветики. Привет, моя пупсика. Я скоро вернусь. Наконец-то. Я очень уже не могу. Я очень уже соскучилась. Очень хочу в Россию. Просто пиздец. Как... У меня такого никогда не было. Я уже скучаю, потому что меня русские понимают, что с носом. Мне все хорошо с носом, блин. Ну, я разговариваю в него, потому что я болею, а так у меня с ним все хорошо. Да, у меня уже через неделю самолет. Я так жду. Ты знаешь, что сейчас? Приезжай, я тебя жду. Мама мне сейчас пишет. У меня у папы сегодня день рождения. Мама говорит, прикинь, кто пришел к моему папе, поздравляйте моего папу. Давай, Ангелина, у тебя есть одна попытка, чтобы угадать. Начинается на Ю, заказывается на Я, заканчивается на Я. Мама офигела. Я только что видела лук, мне кажется. Блядь, смахнула, не знаю. А верни, там можно вернуть. Нет, мне не получится, видишь? Реально? Блять, мне показалось, что это он. Зачем ты так чисто? Нет, заканчивается на Я. Что? Да я с подружкой. Бенто шокюри дримен, карады галичек мисин, белки сонра. Пися заканчивается на Я. Да, да, я охуела. Пися? Начинается на Ю. Что? Юся? Да, типа того. Кто пришел? Да, реально. Кто куда-нибудь пришел к подруге? Да что, моя бывшая лучшая подружка. А, и что она там делает? Я не знаю. Где? Я тоже в ахуе. Я тоже в ахуе. Да. У меня у папы сегодня день рождения. И моя бывшая лучшая подружка пришла к нему поздравить его. А мы с ней не общаемся уже год. Почти. Скоро год будет. Отпраздную, блядь. Ты же знаешь покурить? Про нее? Че? Ну, то, что мы должны были вместе ехать. Ничего, она замуж вышла за чувака в тюрьме. Да, я же знаю. Где? В тюрьме. Это, кстати, частая хуйня, Анюша. Это которая следователь? У меня мама, а я не знаю, она мне просто написала, она говорит, типа, мы типа у папы сидим, прикинь, кто пришел, я офигела, и все. И я такая... Я начала писать, типа, а кто пришел? Я же думала, то, что, типа, Юдин пришел или мамка его, потому что мы недавно с Юдином поругались по поводу его мамы. Вот. Да, реально, я вышла замуж. Чё тут лысин? Ты шикер дрим. Из-за вас, девочки, я тебя прошу. Сия, я так по тебе соскучила, смотри. Турецкий плед у нас здесь. Пикуля, блин, моя. Я так соскучилась. Ты когда? На родину. Корейскую. Причем я здесь, я вообще в Корее, я ни с кем не собираюсь не мириться, и ничего я не собираюсь ни с кем делать. Я уже жду, когда я просто смогу вернуться домой. Вот. Да, твой плед греет нас. Лежай, дарим, сынин, гиби, гузель.
Буду смахивать не так быстро, я уже тут немножечко пропустила. И одного лука покажется. Да я, короче, не понимаю. Бен, Бен, Анлам, Юру. Я не понимаю. Но близнецы, мне кажется, не пойдет. Анламадым. Бери, бери. Твой плед греет нас, да. Бери, еще он очень мы, греет мысль попал. О том, что он турецкий. Привет. Ай, смотрите, кто-то упал. Греет мысль о том, что это турецкий плед. Потому что в Турцию сейчас хочется просто невыносимо. Ты где? Я в Турции. Ой, я в Турции. Рак. Я, рак. Я в Корее. 8 километров от меня похово идут. Я сегодня такая милая. Сегодня я ангел в белом наряде. Но как у меня рот открывается с матами, это не ангельская. Что-то я не понимаю. Понимаю вроде только, красавчик. Пожалуйста, тебе вроде красавчик, какие-то вроде красивые поимка. Цветы, что-то дальше я не понимаю. О, привет, да, Алинка. В Фонтеке тут война, в американской военной базе. Бери, бери, бери. Ну а что мне с ним делать? Не знаю. Там с ним есть. Приятно познакомиться с вашей красивой, привлекательной девушкой. У меня нет девушки. Берем. Да? А что нет? Ну, конечно, выпендрёжник какой-то, ну, полезный. Да, вот это. Угу. Перекосило, блядь. Блин, так скучно. Время только половина первого, даже часа нет. Когда мы уже домой пойдем, я хочу поесть свои пельмени. Да я же лягушка-путешественница, я сейчас в Корее нахожусь. Нет. Я хочу пойти свои пельмени поесть, потому что я хочу кушать. Корея, что делаешь? Что делаешь? Деньги зарабатывай, деньги делаю. Сейчас вернусь в Москву сначала. Ну, я сразу не буду в Москве ничего делать. Что, я работаю у меня в караоке. Я же многогранна. Я в Турции танцую, блядь. Здесь я пою. В России деньги трачу. Сейчас вернусь в Москву, побуду... Нет, я не побуду в Москве, полечу сразу в Волгоград, там у меня дела. Вот, потом у меня там планы. Пока не буду говорить, что не, пока не, вдруг не исполнится, короче. Пою песни, я караоке пою. Козерог. Какой самый лучший знак для тебя? Кто ты? Я телец. Ну, мне нужен спокойный, но с которым мне было бы не скучно прям. Да, работаю, работа-то тут. Как там, пою. Блин, я даже не знаю, как объяснить. Приходят гости, ты для них английские песенки, либо корейские песенки. Фернандо. Малыш, малыш очень балованный стал, просто вообще. Сегодня я с ним разговаривала по телефону, он игрушки разбрасывает, балуется, ругается, дерется. В садик начал ходить, его научили в садике кусаться, он теперь кусается. Вообще. Я был бы признательна, если бы вы ответили мне на турецком языке, насколько вы знаете. Если я отвечу тебе на языке турецкого, что я знаю, блин. Ты хочешь в Корею? Прилетай. Я сейчас в России побуду где-то, ну, месяцочек, потом вернусь сюда на месяцочек, и потом еще побуду в месяцочек, и потом я не знаю куда. У меня путь открыт. У меня путь открыт куда угодно. И может быть и Иордания, и Дубай, и все что угодно. Но я ничего не хочу уже. Я уже чисто просто хочу, чтобы у меня были деньги. И я никуда не ездила. Но мне не хватает вообще ничего. Но мне вот даже... Мне постоянно мало. Мама говорит, что я скручу... Скрудж, короче, вот этот.
Потому что все наши разговоры с ней сейчас — это только деньги. Привет, привет. Потому что, ну, я не знаю, но я не понимаю, как можно жить на 40 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю 300 тысяч, и мне мало. Просто. Этого очень мало. Если бы мне год назад сказали, что у меня будет 300 тысяч в месяц выходить, зарплаты мне будет мало. Мне писали. Я бы подумала, что вы что, 300 тысяч рублей — это очень много. На самом деле нет. Это реально очень мало. Почему на север? Почему на север? Не пойму, что там на севере. Я не знала, где вы живете. А что там? Что ты там делаешь? Лап. Господи, пожалуйста, хватит турецкого. Я уже устала, я уже вас не понимаю. Сингер Мэг Чок из Тюру. Ну что, я нашла? Шекюр Дрим, блядь. Одни корейцы. Ага, там долго листать надо. А вы что, ты тоже скачала Тиндер? Да, не скачала, а через браузер. Зачем он вам? Не знаю. Я у папы в организации работаю, там стройка. Блин, я работала, кстати, в Москве на стройке. Я была... Знаешь, как я работала? У меня просто крестный был бригадиром. А сейчас спился. Знаешь, как я работала? Я просыпалась очень-очень рано, шла на работу, готовила завтрак для работников и ложилась спать. А в обед просыпалась, делала им обед, типа супчик какой-нибудь сварила и ложилась дальше спать. Вот. И все. И плюс я еще была беременная тогда. А это была зима. И в Москве очень холодно зима. Я ненавижу Москву, потому что там всегда холодно. И вот я сейчас придется лететь в Москву. То есть мне придется лететь в Волгоград через Москву. Я взяла самолет только до Москвы. Потому что часто бывают задержки рейсов. Типа вдруг я не успела бы. Переживала из-за этого. Я такая думаю, блин, мне нужно по-любому... купить куртку. У меня очень много, короче, теплых летних вещей, но нет вообще теплых. Короче, я купила из теплых вещей только найковский костюм. Он на флисе, типа тепленький, но все равно в Москве будет в нем очень холодно. Поэтому я думаю, сейчас мне надо поехать купить себе дубленку. Блять, все так дорого. Да. Я представляю, вот мне нужно будет поехать купить дубленку. Я просто, видишь, я полетела в Турцию в шубе и в ботфортах, в новых сапожках своих. И оставила их там, потому что у меня был перевес багажа. У меня было 50 килограмм багажа из-за очень большого количества одежды. Большого... У меня еще плюс день рождения же было. У меня там подарки от девчонок всякие. Вот. Поэтому... Да, там вообще, я думаю, блин, прям холод. Я ненавижу холод. Здесь, ну, достаточно так. Ну, типа, я хожу вот в костюме, на флисе, как бы нормально. Там, я думаю, мне придется прям, блядь, что-то теплое покупать. Да, знаешь, я хожу, блин, в Nike. Я могу пойти в Nike. Сейчас покажу вам костюм, который я купила. Ну, это, короче, не костюм, это все было разделено, но я соединила, получился мини, блядь. Вот. Они, короче, широкие, как я люблю, здесь немножко разрез. Казалось, что они грязные. Потому что они себе не принимают. Да, потому что мне не показалось, блядь. Я его вчера только постирала. Ненавижу из-за этого белую одежду. Такой красивый. Это же копа! Мне очень нравится здесь кофта. Потому что она укороченная. Собирайте до конца.
я не знаю, сколько в рублях. Либо ой, очень. Господи, вкусный, сейчас я скажу. Да, очень. Типа раз в месяц. Вообще, костюм классный, да. У меня месяц оказался. Блин, честно, я не знаю. По-моему, короче, я 20-ку от него за него отдала вместе. А у меня дети. Ха-ха, а он не промах. Еще у меня есть теперь кроссовки Versace. Оригинальные. Но я их не купила. Мне их подарили. Что-то напишу. Да, я, кстати, думала, то, что здесь будет дешевле, типа, ну, бренды. Вот. Но нет, здесь в принципе так же. Там в России сейчас вообще их нет, поэтому как бы даже не с чем сравнить. Но здесь так же, типа, вот костюм 20-ку, блядь. А в Турции я покупала, кстати, кроссовки очень дорого, везде кроссовки. То есть ты 20-ку только за кроссовки дашь. Вот, типа, я в Турции брала адидасовские кроссовки. Две пары, у меня вышло 40 тысяч. Ну, потому что это первая была какая-то лимитированная коллекция, они вышли подороже, они были 25, и другие тоже, ну, они подешевле были, просто обычные. Это я шокер дарим, блин. Ой, хотите с вами поделюсь чем-нибудь в своей галерее? Так, смотрите, это мой хирург, мой пластический хирург. Давайте дальше. Не знаю, почему я его сохранила фотку. У меня здесь очень много фоток сейчас сыночка, потому что мне надо сделать видео ему на день рождения. Так. Блин, я это... У меня телефон, короче, новый, здесь особо ничего нет интересного. Смотрите, тачка какая. Мам, я могу позволить такую себе тачку? Пока только такую. Классно вообще. Типа для одного человека. Для эгоистов. Я знаю парочку эгоистов. Я. Это что такое? Это мои часы. Почему они так делают? Каждый час. Серьезно? Так. Чем? А, они у тебя спешат на одну минуту. Я знаю. Тут вообще русское время, начнем с этого. А, да. И сколько сейчас в России? Даже по-русски это неправильно, на одну минуту. И сколько сейчас в России? 7? Угу. А ты, блин, девочки мои! Россия большая страна, а там знаете, сколько времен? А, кстати, да. Это праздник Пёты. Сколько там в России? Ну, знаешь, для 9. Выбирай из 9 любое, назови. Владивосток. А сейчас у нас, короче, нету гостей, мы сидим просто, ну, в комнате, в которой почти сидим с гостями, просто сидим здесь с девчонками, кушаем тортики, курим, пьем чаи. Мой самый любимый чай. 0 калорий. По вкусу как вода. Просто как водичка. Мараба. Так, давайте что-нибудь интересное, что ли. Приветик всем. Блин, я, конечно, вообще не знаю, что это за люди. Ну, ладно. Ну, hello, my friend. Сейчас, короче, кореец присоединился. Тату-мастер. Поняла? Аян, ты была? Нет. Не помню, кто это был. Он весь кореец, весь в татуировках, все тело у него. Даже на жопе, блядь. Я его сохранила, хотела ему написать по поводу татуировки, но что-то я забыла. Уже, куда уже у меня татуировка?
домой. Приветик, Жанночка, как у тебя дела? Ты еще в Турции? Сидим здесь, кайфуем с девчонками. Ой, кто пришел на мою трансляцию? Да турки мои не на всех подписываются. Это не мои турки. У меня сегодня уже... Ты, кстати, вторая, кто мне это сегодня сказала, снимала сегодня днем прямой эфир. 01:01. Охуенно. Обожаю видеть одинаковое время. Она тоже сидела здесь у меня в эфире, и они на нее тоже подписывались. Она говорит, твои турки. Но это не мои турки. Они общие, забирайте. Мне их не жалко. Я вообще половину из них даже не знаю. Просто пока жила в Анкаре, была в рекомендациях очень много у них. О, у меня, блин, ножка затекла. Привет. Короче, буду сейчас делать видос сыну. И у меня здесь в галерее очень много всяких милых фотографий. Прикольных всяких. Так, сейчас еще что-нибудь покажу. Такой сладенький. Очень скучаю по нему, конечно. Такой балованный стал, мы сегодня с ним разговаривали. Балуется там, вообще ужасно. Маме моей не дает ничего спокойно сделать. Мы сладенькие. Блин, я так устала, если честно, уже. Пойти, что ли, писать? Ладно, пупсики мои любимые, я пойду писать.